Так, охотник. Самочувствие как? Заряжен как никогда. Одну волну уже сделали, нормально бы все. Все, давай, да. Ярослав, так, скажи фамилию. Оль, Халилбеков, Эльма. Ключ. Эльма, Халилбеков. Короче, сейчас они... Я просто не понимаю. На хардкоре, короче, хардкоре, мама. Здесь сейчас будет драться. Очень интересный бой, кстати, будет. Бои, точнее, сразу три. Три на три сразу же выходят. Так что... Результат сам увидите. Даже? Тоже хочешь что-то сказать, братец? Слушай, скажи мне фамилию. Чью? Вот человека. Просто у меня не... Халил. Халилбеков. Ты у меня не совпадает, да? А, кто, у кого-то замена была, по-моему, да? Да, да, да. Это все трое замены. А, кого? А, все трое замены. Все трое, трое замены, все да. Трое замены. Все, принято. Лак. Так, четыре... Что, все. Саня, дал-дал, зывай. Хорош. Баха, дал-дал, зывай, брат. Вот так что, вон вот так. Ты сюда. Дай сам резон, да. Вот что мы делаем, когда перчатки большие, приходит уже их резать. Да? Подожди, маленький. Так что хардкор не обессудьте. Перчатки попортим сейчас. Если сейчас и дадут нам хорошие перчатки, не то что хорошие, размер побольше, резать ничего не будем. Вот это уже удобно, видишь, так? Да, все же удобно, нет? Да, нарезать уже, видишь? И дайте ему тоже бой, вон хардкор, дайте ему тоже бой. Не даю, думаю. На 57 готов. Жду. 57 до 66 нормально. 66 буду готов. Да. 37 мне тоже дайте. 35? Да. Хорошо. Тебе на какой весь бар? Сейчас же можно попить. Ну, где не крепать? Сейчас можно попить, да. Свело. Самое главное, что надо выйти туда уже разогретым, понимаешь? Пропотейте. Так, нормально же запах вот уже. Да, все. Нормально. Да, вот это. Вот с тебя потом аккуратненько надо убрать здесь. Сейчас уберем. Да. Так, тяжеловес где? А, это поменьше, смотри. Бинтоваться пошел. Тут да? Больше. А размер какой здесь, кстати? Элковый. Еще. Здесь еще. Еще, половина нашей жизни. Ай. А тут... Сложно.
Вот эти новые твои, походу, что-то забыл мне, братан. Мои, блядь. Уже нормально убежишь, порезал, да? Да? Ну что, черный, ну че дай, кул? Черный, ну. Поставь. Да, пока, вот. Дай, могу, смотри сюда. Мотивация, дай, пацанам, один. Да, конечно. Давай, заходи. Заходи, заходи. Эй, пацаны, мотивацию, мотивацию вам, да, сейчас мотивацию. Мангол, мотивацию. Держите, да. Я специально для вас позвал сюда, чтобы мотивацию вам дал. Он выиграл, да? Дай им совет какой-нибудь, пожалуйста. Да, вот так, что вы сами, может, видели, может, нет, ну, сделайте просто красиво вообще, как можете красиво. Совет какой вообще, боевой совет какой? Самое главное, не волновайтесь, будьте такими, как вы есть. И только вперед, больше ничего. Самое главное. И еще будьте еще просто как стекло, холодные. Никаких эмоций, ни злости, ни чтобы ничего не было. Просто холодные, как лед. Да. Все. Чтобы мозги были мокрые. Холодные. От души. Давайте. Поняли, да? Вот такую вот мотивацию получают ребята здесь. Поняли? Какой мотивация-то по-любому даже выиграть все. Охотник, ты тем более. Он что-то взял его вообще. Ноги, сейчас. Он все нравится, что-то взял. Приехали в трампу. Охотникам. Так, куда идти? Заходи, заходи. Вышло, да? Бахил. Короче, посмотрим рука. Покажи еще раз руку. Вот рука, короче, в таком состоянии. Сейчас зайдем в травмпункт, посмотрим. Как. Командир, разбудили тебя. Не обессудь. Сейчас посмотрим сейчас. Как думаете, ребята, вот здесь сломано, покажи, сломано или это просто вывих? Может, кто-нибудь из вас разбирается? Если кто-то разбирается, скажите, пожалуйста. Давай, давай. Оделся? Да, да. Все, короче, пойдем за ним. Ну, хорошо, рентген. Да с вами заживет. Да. Ну какие сложные тебе. Воду закрыть? Да, да. Бой, бой, бой хотел. Вот тебе бой. Так для охоты. Лежина, а? Через месяц, короче, месяц отдыхать, через месяц выйдешь. Тренировку будешь ходить? Да. Стабильно. Стабильно.